сегодняшний форум – это форум для руководителей волонтерских центров, для руководителей волонтерского движения, скажем так, в партнерских организациях ресурсного добровольческого центра Омской области. На данном форуме вот мы узнали, скажем так, скоординировали ближайшие наши мероприятия с повесткой ресурсного молодежного центра, а также, в принципе, познакомились и понимаем, с кем нам было бы интересно повзаимодействовать и, скажем так, скооперироваться для реализации добровольческих проектов. Форум для меня достаточно интересен, потому что я являюсь недавно назначенным руководителем в сфере молодежной политики. И мне, конечно же, хочется как можно больше общаться со своими коллегами, чтобы напитаться от них каких-то идей, какого-то опыта набраться, чтобы знать, как нужно все-таки в современных реалиях суметь организовать какие-то мероприятия в молодежной среде.